Саша, открытая тренировка, не так часто на трибунах на тренировке бывают болельщики. Насколько это было приятно, отвлекались вы или нет, и как часто такая практика была в Америке? А в Америке только, я думаю, раз, два у меня было. В начале сезона только обычно. А так очень приятно, я думаю, дает чуть-чуть больше энергии для нас. Иногда, знаешь, выходишь на пустой трибуны, ну так себе, знаешь, эмоции утром такие. И я думаю, когда они приходят, нам просто приятно. Александр, впереди зеленое дерби, как настрой? Хороший настрой, обычный настрой. Я думаю, эмоции придут, когда игра начинается. Я стараюсь не слишком много не думать про игру до этого, а то начинаешь слишком много эмоций. И я думаю, у нас команда сейчас хороший хоккей играет, и нужно просто продолжать. Ну, домашняя серия такая напряженная, все соперники такие интересные и серьезные. Насколько вообще хватает эмоций вот сейчас на Акбарс еще настраиваться? Да, конечно, нужно найти эти эмоции. Я думаю, сейчас такой тяжелый сервис у нас, как вы говорите. Я думаю, Акбарс всегда делает очень тяжелые игры для нас, и это мы всегда хотим побеждать их. Ну, запоминаете вообще предыдущие матчи с ними? Как последний раз сыграли, помните? Ну да, в Казани вы имеете в виду? Ну вообще вот. Не, ну вообще да, у нас всегда близкие игры, редко бывает большие цифры. Я думаю, обороне очень тяжело будет, на пятак лезет будет тяжело. Ну, как обычно, у них большие габаритные защитников, так что будет тяжелая игра. Ну, вот именно вот у них оборона в этом сезоне такой конек, они вязко играют. А насколько Салават в этом сезоне лучше научился вот преодолевать такую оборону? Ну, я думаю, мы выучили с прошлым, что в плей-офф, чтобы выиграть, надо быть пожестче, посмелее. И в этом году, я думаю, мы получше закрываем вратарь. Ну, нужно дополнительно работать на это, конечно, но мы лучше становимся. Ну, как с функциональным состоянием, с физикой сейчас? Да, вроде бы нормально. Я думаю, было тяжело после Дальний Восток. А так, знаете, домашняя еда, дома спать всегда приятно. И восстанавливаешься быстрее в атаке. Ну, сейчас обратная адаптация уже закончилась после Дальнего Востока? Да, да. Особенно после прошлого года, когда мы привыкли уже летать только на Дальний Восток. Я уже так пару дней, и все, нормально.